закончить биатлон заключается в том, чтобы охотник пробежал со старта 1,5 километра на лыжах. Лыжи тоже должны быть только охотничьи. Вот. Через 1,5 километра выходит на огневой рубеж и стреляет на 50 метров фигуру стоячего кабана. Стрельба производится только с охотничьих ружей, любых калибров пулей. Потом, после поражения мишени, спортсмен, вернее, охотник еще раз бежит 1,5 километра и прибегает на финиш. И в сумме очков по времени и по очкам, выбитым на мишени, зачисляется результат. Участники у нас присутствуют на сегодняшний день, пока все отметились, Вольск, Саратов, вот, и должны приехать с Новоузенска. Ну и наши балаковцы, у нас тоже примерно где-то около 5 команд. Основным пятиком команд у нас все-таки является атомная станция. Очень активные ребята, очень хорошо помогают в охоте, в проведении мероприятий всех нашего районного общества охотников. В команде 5 человек участников, а по 3 лучшим идет зачет команде. За первое место команда награждается лицензией на кабана, за второе место подсвинок на кабана, и за третье место лицензии дается, выделяется на сурков. Это выделяется в любом охотничьем хозяйстве Саратовской области. И плюс того, плюс наши будут еще призы от Балаковского районного общества охотников. Балаковское районное общество охотников и рыболов рада приветствовать участников сегодняшних соревнований по охотничьему биатлону. Традиционно мы ежегодно проводим соревнования после окончания сезона охоты. У каждого должно быть индивидуально личное оружие, на которое должно быть соответствующее разрешение на ношение хранения. Расскажите, пожалуйста, вы как-то готовились к этим соревнованиям или как? Я узнал сегодня утром. Как, во всяком случае, здесь возрастной возраст не учитывается, здесь участвуют от 18 лет и ограничения. Поэтому все могут участвовать, кому, как говорится, души угодно. Ваш замечательный пес будет вам помогать? Ну, в принципе, он всегда со мной. Он от меня не отстанет, будет со мной участвовать, так сказать. Вот для вас лично что сложнее, пройти на лыжах или попасть в мишень? Мне уже не 18, мне будет, конечно, сложно. Ну, попробуем, почему нет? Вот, да, главное участие. Я думаю, в первую очередь, на коллектив рассчитано, чтобы все собрались, обменялись какими-то мнениями, опытом. Ну и спорт, конечно, самое главное. Вот. Впереди, скажем так, новый сезон. Да, там на птицу сейчас закончился, на пух охота сезон. Вот. И все-таки, чтобы люди не так сильно расслаблялись перед следующим сезоном. Ну еще, скажем так, это приобщиться к охоте. Для вас сложнее попасть в мишени или пробежаться на лыжах? Да, наверное, ни то, ни другое. Ну, посмотрим, что сейчас покажет трасса. Ну, так я вообще первый раз участвую. Да, в соревнованиях первый раз. Дебют. Вообще, охота у вас как, удачно в этом сезоне сложилась? Я думаю, да. Удачно, достаточно. Очень понравилось. Вот, зайчиков было достаточно много в этом году. Очень интересно было. Самая, наверное, одна из самых интересных охот – это на зайца. Потому что все-таки заяц очень быстрый, да, не так, как крупные животные. Вот, поэтому надо успеть попасть в него, сориентироваться, скинуть ружье вовремя. Вот, ну и главное, конечно, добыть. Настроение боевое. Три команды у нас. Надеемся занять 3 места призовых. Атомной станции Балаковская.
Спасибо! Давай, давай, давай! Не, целоваться потом. Абонементы тоже. Давай. О, молодец, молодец, идет, молодец. Хороший пес, хороший пес.